совершают хозяева с догами прогулку вечернюю мимо стройки. Как из клетки из окон бытовки три датчика глазеют бойко. И наивного взгляда собачьего не отличить от взгляда датчика, подкоптившего не от набора матина, сдобренного местной дешевой отшикой. И ожидая ли выстрела в теме или собственной вилкой проколотый рот, тварью дрожащую выкатит время сказку про то, как неистовый рост тянет на круги нищего донора, раскинув предалчущими покрова, и кормит своих их же собственным мясом. Вымя столица, имя Москва. Третью суру читает Ильхам. Фарид изучает свои пальцы. За гаражами ложится солнце, и у бара напротив мерседесы скалятся. И от поста ГАИ тянет шмаль, а они все глядят и глядят вдаль. Сытый голодного не разумели, потому-то они и глядят вдаль. Синее солнце ошпарило утро под крышей сварочных брызг орел. Нежится в эти юный Фарид с раздражением, мочась на рубероидный пол. Видел ли он ослепительный труд и нелепый, как орден героя на сэру, конец нестяжания, доблестный гуд. Был СССР и нет СССР. Тоже, наверное, не думал с просонья, когда-то бывший работник ИИ, а ныне системщик австрийской стройфирмы, глядя на земли родные свои, где рынок свободный уносит последний огороженный сеткой удачный вагон, где пахнет лимонник и пишет, и олово за дальним лесом льет горизонт. Третью суру читает Ильхам. Фарид изучает свои пальцы. За гаражами ложится солнце, у бара напротив мерседесы скалятся. И от поста ГАИ тянет шмаль, а они все глядят и глядят вдаль. Вольный не вольного не разумеет, потому-то они и глядят вдаль. Время кузницы наций по остаткам великой шагает с триумфом, как еврейнон. И сочных, и детей красивых таджиков, наверное, пополнят московский бомон. И менеджер сыну про баррикады расскажет про жажду крушения совка, про то, как свободе в итоге не рады, про бабка бала приняла в кабака. И молиться начнут только ушли возврата хрустальной отчизни былых юных дней. Умолиться любовь, беззаконие, плата. И путь повторят дети южных детей. У Фарида под носом сухой крови остаток, и долг в кармане его не скостить. Он еще недавно так боялся Аллаха, но нечем бояться, зато есть чем платить. Третью суру читает Ильхам. Фарид изучает свои пальцы. За гаражами ложится солнце, и у бара напротив мерседесы скалятся. И от поста ГАИ тянет шмаль, а они все глядят и глядят вдаль. Чистый нечистого не разумеет, потому-то они и глядят вдаль.